Тут ноты были. Так. Кто-нибудь знает ноты? Если бы на необитаемый остров можно было взять две песни, одну свою, другую чью-то. Какие? Спрашивают. А что на остальные побить-то уже отшибло? Ну как две песни? Ну, это «Вставай, страна огромная» и гимн Советского Союза, да перестроечные. Это-то я не помню еще. Тут еще как-то. После тяжелого трудового дня ваша песня как бальзам на душу, а она плачет. Спойте, пожалуйста, лето, это маленькая жизнь. Как здорово, что все мы здесь собрались. Заранее благодарю, Ольга. Да, Ольга, вот это как здорово, и душа просто запоет. Маленькая дочь без автографа не пустит домой. Зовут Софья. Любимая песня «Лето – это маленькая жизнь». Да, вот это потрясающая записка. Спойте, пожалуйста, песню. Это детским почерком написано. Спойте, пожалуйста, песню. Тихо подрастает на щенках поросль. Скажите, не надоело ли вам исполнять песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»? Нет, вы знаете, как правило, собираются нормальные люди. Вот я бы фашистом был, не пел бы. Вот, ни за что. Как вы написали песню «Француженка»? Все мои подруги и знакомые, мужчины, ее обожают. Француженка. Хотя многие не были ни в Париже и не пили водку. Ну, одно-то из хотя бы, это можно попробовать. То есть ездить в Париж сейчас можно. Такое впечатление, что ее написала женщина. Ну, очень женственная. Спойте, пожалуйста. Почерк женский. Хорошо. Сегодня мы всей семьей к вам из Нижнего. Очень рады. Спойте, пожалуйста, песню «Лето – это маленькая жизнь». И мы будем подпевать. Семья просто. В общем, нам осталось спеть одну песню, и, собственно, если можете, спойте, пожалуйста, настроенческую песню о француженке. Желаю вам удачи, вдохновения, творческих успехов. Мария. Нет, две песни мы еще сегодня споем. Так, Маргулина. Дорогой Леонид Юрьевич, мы вас нежно и трепетно любим. Елена и Коля. 14 ряд. Друзья, я вам хочу подсказать, как разобраться в море написанного мною и записанного с Леонидом Маргулиным. Вот прежде всего я вам рекомендую приобрести 4 диска МРЗ. Ну, это вы знаете историю. Одна женщина сказала, 4 диска называются одинаково, МРЗ. 21 альбом. Вот, конечно, новый альбом. Новый альбом «Позабытые чувства». Там, кстати, есть еще и видео, которое мы записали 20 лет на кухне. На пролетарке. Вот, конечно, альбом Леонида Маргулина «Побудь со мной», потому что вот сразу, когда слушаешь этот альбом, потрясающая музыка и стихи, и хочется прям с ним побыть. Как-то вот, особенно женщинам рекомендую этот диск. Вот, и у меня был день рождения, а вас не было.
Вот. И все это засняли зато, и вы можете окунуться на святой праздник. Слушай, не работает, надо рекламу. Да. А в конце первого отделения прозвучит традиционная песня. Какую бы Дальше.